Привет, друзья! Сегодня мы готовим pumpkin pudding. Давайте посмотрим, что мы имеем. У нас сироп топинамбура, затем у нас в обойме сироп темный агавы и, естественно, сироп рожкового дерева. Сгущенка веганская, потом маковый урбич, паста с кокосом и манго и конопляный урбич. Расторопша с молотыми льняными семенами. Мед и вишня. Блендер, тыква. И хак с пакетами. Что мы делаем? Мы берем фуд-процессор, дорогие друзья. Затем мы добавляем туда тыкву. У нас получилось пюре. Мы выкладываем в чашечки, в которых мы перемешаем все это дело с нашими сиропчиками лютыми и высшими. Ой-ой-ой, какая тыква вообще. Ой, просто. Ну все, дорогие друзья, мы продолжаем наше тыквенное безумие. Все, и смешиваем очередно в три чашки проблендиной тыквы нашу пасту. Первая — это маковая паста, затем манго и кокос, и, естественно, конопляный ущерб, дорогие друзья. Мы добавляем третий ингредиент в третью чашечку и добавляем семена чиа вот в этот, потому что консистенция у него самая жидкая. Ну и, в общем, мешаем мы все это дело. Продолжаем мешать, создавать вкусы. Можно, конечно же, сразу было добавить сиропы, но легких путей мы не ищем и топим за качество. Поэтому, если скучно жить, нужно сделать одну работу дважды. Иногда. Добавляем эту тему тоже, естественно же, которую мы забыли. И вот что мы имеем в итоге. Три пасты разного цвета и разного вкуса. Затем нам нужно сделать верхний слой, который делается очень просто. Мы наливаем немного воды, добавляем немного вишни, черешни точнее. Добавляем немного эпического сибирского меда от моего друга. Здоровья ему пожелаем. Заматываем пищевой пленкой. Это не безопасная техника, но если вы находитесь в моменте, то она не опасная. Засовываем блендер аккуратно. Делаем черешневый сироп. И затем 5 простых пакетов. Мы упаковываем все это дело. 1, 2, 3, 4, 5. Затем, дорогие друзья, у нас получается всего лишь 5 пакетов. Мы надрезаем топ у каждого. Экономим ваше время, деньги. Не покупая рукава кондитерские. Вуаля. Затем мы берем стаканчик, можно из-под виски. Первый слой мы кладем растительную сгущенку. Следующий слой — тыквы. Затем мы делаем незамысловатые
постукивание. Затем другой слой. Затем третий слой. И все это дело мы заливаем сиропом из черешни, который должен быть живым. Добавляем немного орехов кедровых. Немного тыквенных. Еще кедровых, потому что я их люблю. Ну и в принципе все, дорогие друзья. Это веган тыквенный пудинг. Суперфудом, орешками и полезным сахаром. Приятного аппетита!